Домой. Сейчас покажу, что мы купили в этом японском магазине. Он, кстати, открылся совсем недавно, вроде 8 сентября. И купили мы там васаби, орешки в какой-то намазке, чай купила зеленый. Да, я люблю в этих магазинах таких покупать чаи, потому что они там вот настоящие, такие вот рассыпные, вкусные. Потом мини-маффины. И взяли попробовать 2 упаковки чипсов Лейс. Каких-то интересных, эти какие-то с перцем. А вот эти с нори. Такие вот у нас покупки. Неплохой такой магазинчик. Но он небольшой совсем. Но там рядом есть огромный магазин, тоже азиатский. И в принципе в том магазине есть все эти продукты. И также забыла вам показать, мы еще купили в этом магазине такой вот, как подарочный набор вот этих вот трубочек. Такая вот милая упаковочка с Hello Kitty. И я хочу это сейчас открыть и попробовать. И вообще посмотреть, как там оно внутри. Мне очень интересно. И еще мы уже попробовали вот эти вот орешки. Они очень-очень вкусные. Такие вот орешки в этой хрустящей корочке. Это очень-очень вкусно. Конечно, это не полезная еда, но вкусненько. Бантик развязала. О, слушайте, а прикольно, что они такие вот. Что оно в отдельных таких небольших упаковках. То, что как бы все не съедаешь, чтобы остальное не высыхало. А так вот они по упаковочкам. Слушайте, классно. Так, смотрите, тут еще интереснее. Беленькие это с белой начинкой, а это с шоколадной начинкой. Супер. Сейчас буду пробовать. Это очень вкусно. Я вообще люблю такие трубочки. Но эти прям вкусненькие такие. Класс.